Сейчас эту тему будем обсуждать с Мариушем Ковальчиком. Это журналист «Ньюзвик Польша». Мариуш, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Перед тем, как перейти к обсуждению частных вопросов, хотелось бы вначале о глобальном немножко заявить. И я процитирую статью для Atlantic Council. Дмитрий Ливчий, ее написал, это советник премьер-министра Украины, и Юлия Шаипова, руководитель группы Центра восстановления экономики. О чем они говорят? Что происходящее в настоящее время изменения создают потенциал для более стабильного европейского соседства в послевоенный период. Это будет приветствоваться как в Брюсселе, так и, например, в Вашингтоне, если говорить и о ЕС, и США. Прежнее положение Украины в геополитической серой зоне на восточном фланге Европы сделало ее уязвимой для российского имперского вмешательства, сделало страну постоянным источником нестабильности. Далее от себя уже спрошу, означает ли это, что Евросоюз четко осознает, что не просто нужно обозначить какие-то границы геополитические Украины, а что Украина это и есть часть Евросоюза, что в дальнейшем позволит нам даже уже сейчас не обсуждать вопросы о трудоустройстве или проживания украинцев в Евросоюзе. Границы будут просто открытыми. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы эти границы были открыты, и они должны быть открыты. Но с моей точки зрения, как я это вижу, тоже она учится и узнавает, что такое вообще Украина. Раньше, еще перед войной, 8 лет назад, перед революцией достоинства, Европа смотрела на Украину как на такую-то страну, где большое влияние имеет Россия, и вообще-то, уже, скажем честно, Азия. Но украинцы показали, что они умеют бороться за ценности, европейские ценности, за европейскую, но хотят просто жить в Европе. И мне кажется, что и Европа, и часть политическая, но и тоже люди в Европе начали смотреть на Украину как на часть европейского пространства. И сейчас, я думаю, что после войны все проблемы, такие как, например, работа украинцев в Европе или открытая граница, должны быть быстро решены. И что не будет больших проблем, чтобы это сделать. Я сейчас немножко добавлю еще информации. Европейская комиссия приняла решение продлить еще на один год действие директивы временной защиты, которая предоставляет украинцам, вынужденным покинуть страну из-за войны, ряд прав, в частности, на работу, жилье, образование и медицинскую помощь. Об этом в понедельник в Брюсселе сообщила европейский комиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон. Цитата из ее расширенного выступления. Мы проснулись, услышав, как падают бомбы на Киев, Одессу, Львов и другие города. Это показывает, насколько важно продолжать поддерживать Украину и демонстрировать солидарность с украинцами. Сегодня мы говорим о поддержке ЕС, которую мы предоставляем украинским беженцам как в ЕС, так и тем, кто хотел бы вернуться домой. Поэтому сегодня я хочу объявить, что директива о временной защите продолжена до марта 2024 года. Как мы видим, ситуация в сфере безопасности остается очень неопределенной. Мы видели серьезный прогресс на поле боя со стороны украинцев, что нас вдохновляет и может быть еще одной причиной, почему сейчас путинский режим беспомощно бросает бомбы на Украину. Когда вы решите поехать в Украину, а потом ситуация неожиданно изменится и вам вновь придется уезжать из страны, ЕС всегда вас примет и продолжит защищать. Илва Йоханссон, комиссар ЕС по вопросам внутренних дел. Мариуш, учитывая то, что большинство выехавших, это в основном, давайте будем объективными, женщины или с маленькими детьми, или с детьми подросткового возраста, несовершеннолетними. То есть они ограничены в своих возможностях, ну и плюс ко всему еще на язык. Работу. Ты имеешь да, в виду. Еще язык. Ну, язык, знание языка во всех странах, куда они попали. А равномерно и равноценно ли принимают во всех странах Европы этих женщин, которые бежали с детьми, чтобы защитить их жизнь? И какие сложности с этими связаны могут быть, даже несмотря на то заявление, которое мы сейчас озвучили?
Но в разных странах, я честно скажу, что я ездил в Европе, в другие страны, везде много женщин из Украины, и на улицах слышно украинский язык. Я думаю, что более-менее та же самая ситуация во всех странах Европы. Ну, конечно, ну, например, в Польше может быть легче найти работу, потому что в Польше раньше, перед войной, до войны, жило много украинцев, которые тут работают. Но и язык, в сфере языка тоже легче, потому что польский язык не так далекий от украинского. И тут работа для этих женщин есть. Ну, конечно, есть проблемы, потому что это сложная ситуация. Например, в школах, чтобы все дети учились польского языка, они учатся польского языка, есть уроки польского языка. Проблемы, которые могут выникнуть. Но я тут думаю, что проблемой может быть российская пропаганда, которая в интернете, например, очень сильно работает, чтобы показать, что это женщины, которые приехали, они в хорошей одежде, что у них много денег. Ну и что они забирают полякам работу и место в хороших школах, то только для украинских детей. Эта пропаганда есть, но она сильно не влияет на польское общество. Но когда посмотрим, какая будет зима, какая будет ситуация экономическая, потому что если она будет ухудшаться, эта пропаганда может, к сожалению, достигнуть какие-то успехи, скажу так. Но сейчас я думаю, что ситуация украинских беженцев не плохая, но проблемы есть. Какие проблемы еще? Например, с житлом. Чтобы найти, арендовать квартиру, очень большая проблема, потому что даже в Варшаве уже этих квартир очень мало, цены растут. Вот такие проблемы просто как на каждый день во всех странах. Вот вы знаете, вы очень вовремя и своевременно сейчас озвучили именно проблему, связанную с Польшей. И вот буквально сейчас я открываю свежую статью на РБК Украина, это наш информационный портал, где цитируются слова польского уполномоченного по правам человека Марцина Винчика, который написал письмо премьер-министру Матеушу Моравецкому. И там звучит следующее, я процитирую. «Согласно поступающим ко мне сигналам, многие люди, решившие принять беженцев войны сразу после прибытия в нашу страну, то есть в Польшу, вскоре не смогут продолжать оказывать им помощь из-за нехватки финансов. Ухудшается состояние из-за роста цен, значительного роста расходов на содержание жилья, и многие беженцы смогут остаться просто без крова. Есть ли какие-то уже варианты альтернатив? Ну, я не знаю, каких. Понятное дело, что работа. Если есть работа, есть возможности финансово оплачивать это жилье. Какие еще возможности и альтернативы есть? Государственная программа, да, так. Кстати, поддержки. Но тут, к сожалению, государство не очень помогает. Хотя государство говорит, что оно очень помогает, но не помогает. Была такая программа, что люди, которые принимают украинских беженцев, они получают какие-то деньги от государства. Эту программу государство закрыло. Но я думаю, что есть много волонтеров, организаций волонтерских, до которых можно приходить, и они найдут какие-то места, чтобы никто не остался, конечно, без крыши над головой зимой. И я еще скажу так, что, например, в Польше украинцы очень хорошо организованы. А сейчас, когда их, например, там дети ходят в польские школы, они встречаются в школах, разговаривают с собой удерживают связи, и кто-то знает, где еще там можно
где найти работу, где найти крышу, чтобы жить просто в хороших условиях. Я думаю, что просто и поляки, и украинцы смогут как-то решить эту проблему. Конечно, надо смотреть, что и в Польше цены очень растут. Никто не знает, сколько мы будем платить за газ, за утепление, за воду и вообще. Но все в то же время тоже так уж понимают, что эти люди просто потеряли дома в Украине, что могут потерять жизнь. А сейчас, когда были эти ракетные атаки на украинские города, тем более все это понимают, что даже, когда, например, в Киеве ракеты долго не летели на Киев, но сейчас прилетели и могут прилететь каждый день. И кто может спасать свою жизнь, выехать из Украины? Люди понимают, что они выезжают, чтобы просто сохранить свою жизнь, да, если кто-то может. И от вопросов социальных хотелось бы еще перейти к вопросам экономическим, финансовым, в частности, вопросам совместного бизнеса, совместных, точнее, выгод для бизнеса. Это то, с чего, по сути, я начал, как единая структура. Итак, с октября Украина присоединилась к конвенции об общем транзите, открывающей национальному бизнесу дорогу в 35 стран Евросоюза. Об этом сообщили в представительстве ЕС в Украине. Что это означает? Это означает, что теперь украинские и европейские предприятия смогут перемещать товары по одной транзитной декларации и по единым правилам. Давайте сейчас послушаем и продолжим. Взаимно признанные финансовые гарантии, меньше контроля и эффективная IT-система помогут сократить расходы для предприятий ЕС и Украины. Из заявления представительства Евросоюза в Украине. Вот о совместной выгоде, о совместных сокращениях расходов. Мариуш, можете ли вы привести примеры на примере, Польши, как это работает сейчас? Честно скажу, что я не знаю, как это работает, но работает как во всем Евросоюзе, просто цель такая, чтобы все товары и все люди могли перемещаться свободно. И решение Европейского Союза, о котором вы говорите, я думаю, что вот она в этом направлении, чтобы и украинские предприниматели, да, чтобы у них не было никаких там проблем в этой сфере. И это тоже, мне кажется, что это очень хорошо, потому что Европейский Союз должен помогать, и вообще Европа должна помогать Украине не только оружием, в милитаристических сферах, но тоже экономически. Потому что на войне надо тратить большие деньги, и Украина это делает. Экономику можно тоже поддержать не только деньгами, но тоже хорошими решениями. И Европейский Союз тут может много сделать, чтобы, например, украинские предприятия не имели, но чтобы их ситуация в Европейском Союзе не была такая сама, как же в европейских фирмах, предприятиях и так дальше. Но это, конечно, такие постепенная унификация Украины с Европейским Союзом. И, Мариуш, хотелось бы еще, мы сегодня Йенса Столтенберга, генсека НАТО, уже цитировали о том, что поражение Украины возможно, это поражение всего Альянса Североатлантического, ни больше, ни меньше, но есть ли сейчас, по вашему мнению, глобально во всей Европе, не только, например, в Польше, либо в какой-то конкретной стране Евросоюза, понимание, что вторжение России в Украину вообще представляет собой самую большую угрозу для Европы со времен окончания
холодной войны, после Второй мировой войны и затем после окончания холодной войны. И если Владимир Путин не потерпит решительного поражения, то последствия для вообще европейской цивилизации и безопасности в первую очередь будут очень серьезными. Потому что, ну, Европа, по сути, будет следующей. Страны Балтии, та же Польша, опять же. Но если Украине удастся все-таки добиться военной победы на поле боя непосредственно, то это может вообще открыть путь к новой эре европейской стабильности, ну и не побоюсь этого слова, процветания. Иными словами, готова ли Европа не только декларативно поддержать Украину сейчас, для того, чтобы дальше вопросы безопасности вышли вообще абсолютно на другой уровень? Я думаю, что это по-разному в разных странах Европейского Союза. Но, например, в Польше это большинство и люди, и политиков понимают, и тут все согласны с этим, что поражение Украины в этой войне означает поражение и НАТО, и Украины, и Европы, и вообще Запада. Что да, следующая будет Прибалтика, а потом будет Польша, потому что Путин узнает, что его методы действуют и действуют хорошо. Но, например, мне, скажу честно, трудно понять, но, например, в Словакии или в Венгрии, но там по социологических опытываниях видно, что очень много, очень большие части этих людей в этих странах думают, что вообще там Путин должен выиграть. И у меня нет ответа на вопрос, почему там так люди думают. В других странах, даже далеких, я был в Испании, все очень переживают эту войну, понимают, что происходит, и говорят, что это угроза. И в Испании, но это последняя страна, очень далека в Европе. Они понимают, что если Украина не победит в этой войне, но это будет, последствия будут для всей Европы очень, очень плохие. Так, но я скажу, что просто может это быть так, это может, как где кто настроен и кто что понимает, это может зависеть от того, как российская пропаганда влияет в разных странах Европейского Союза. К сожалению, российская пропаганда действует. Говоря уже о том, что не один раз мы увидели результативность обид российского президента, и что делает вывод, что это, в принципе, достаточно мстительный диктатор. Как бы ни повернулась ситуация, он будет мстить всем, кто его так или иначе обидел, в его представлении. Вы знаете, сегодня мы говорили с экономическим экспертом, и вопрос был в том, ну неужели, вот продолжая Сережину тему, неужели общество в соседних с нами государствах европейских, осознавая всю серьезность ситуации, не готовы немножечко отойти от своих привычных жизненных восприятий комфорта и потерпеть немножечко неудобства для того, чтобы предотвратить глобальную катастрофу? И он объяснил, что на самом деле, да, это очень сложно, и правительства европейских стран пытается балансировать для того, чтобы сдержать недовольство общества внутри, привыкшего к комфорту, но не видящего в своей стране сейчас непосредственной угрозы, военной, как мы сейчас вот об этом обсуждаем, для того, чтобы поствоенный период. Да, чтобы не пришли к власти, скажем так, популисты на фоне недовольства общества внутри. И вот они таким образом пытаются балансировать. Как вы думаете, это все последствия российской пропаганды или это само правительство европейских государств не дорабатывает коммуникацию со своим обществом для того, чтобы действительно на пальцах разъяснять, чем грозит им вот это вот небольшое неудобство временное, чтобы предотвратить катастрофу в будущем? Да, я не знаю, должно это делать вообще государство
Или нет, это вопрос тоже свободных СМИ, это вопрос информации, которую получают и смотрят люди в Европе. Я скажу так, декларативно, все в Европе, большинство населения стран Европы говорит, что ну, мы будем помогать, мы можем потерпеть, мы там ничего страшного не, нам не будет, потому что в Украине война, надо украинцам помогать. Но это декларативно, потому что сейчас, конечно, цены растут, но еще это не катастрофический, не катастрофическая ситуация. Конечно, есть какие-то на трудности, но они не очень большие. Поэтому все окажется после зимы, как Европа переживет зиму. Потому что если кто-то в Европе будет тратить все свои там деньги, которые зарабатывают в один месяц, на, чтобы оплатить, например, газ, то это будет катастрофа, и, конечно, люди будут... будут думать, а зачем нам это нужно, и это Украина далеко. Много, конечно, много людей будет у них такие мысли. Но если Европа переживет эту зиму без очень больших трудностей, а мне кажется, что переживет, потому что, чтобы не говорить, Европа, страны Европы не такие бедные, как бы казалось, просто дальше будет помогать Украине, и люди будут думать, что ну, мы можем немножко потерпеть, но надо помогать людям, которые переживают войну. А если Владимир Путин будет еще атаковать Украину, украинские города, как это сделал в понедельник, во вторник, это в Европе, это означает, что в Европе люди будут еще больше стоять за Украину. Вы знаете, я просто в финале не могу снова не процитировать. Говорят, что исторические параллели приводить, ну, скажем так, не объективно сейчас, но все же Невин Чемберлен, который сказал: «Я привез вам мир для нашего поколения, а после этого мы помним, что было». Вот. И в частности, и ваша страна пострадала одна из первых, как и наша. Поэтому надеемся, что эта история не будет повторяться, и что здравый смысл все-таки дойдет до большинства европейских граждан. Спасибо вам большое. Мариуш, вам огромное спасибо. Я напомню, что Мариуш Ковальчик, журналист Newsweek Польша, только что был с нами на связи.